Всем огромный привет! Меня зовут Ирина, и сегодняшнее очередное видео про Арифлейм. Да, вот в этом пакетике мне пришел новый заказ с Арифлейма. Та-да-дам, вот тут вот столько всего. Хотя на самом деле, когда заказывала, казалось гораздо больше, но пришло, что пришло. Единственное, мне одни тени не пришли. Итак, покажу, что же там внутри. Достаем. Решила в таком формате снять. Первое, это масло. Это шведское масло, оно как для волос, так и для тела. Я потом о каждом сниму отдельно обзорчик, но первое впечатление, что это просто супер. Оно так увлажнило мою сухую кожу. Ну, а про эффект на волосах пока судить не могу, после первого раза не совсем понятно. В общем, вот такое вот маслице. Что у нас там еще есть? Заказывала серию Discovery мыло, Discover. И здесь у меня Париж, там у них были разные города. Мыло пришло, а гель для душа нет, там мне заменили на другое. В общем, заказала только чисто из-за того, чтобы хоть как-то отдаленно было что-то такое французское. Люблю все такое, что связано с Францией, с Эйфелевой башней. Далее смотрим. Крем для рук. Я такой уже заказывала, мне он очень понравился. Кстати, в кремах для рук именно Арифлейм. Какая-то есть такая добавка, которая реально смягчает кожу и покрывает какой-то такой невидимой оболочкой, которая очень долго руки защищает. Вот. Мне это очень актуально, потому что у меня сухая кожа рук, вплоть до трещин бывает. Далее, вот этот вот гель для душа, который заменили мне из французской серии на обычный Discover. Ну, это такие, знаете, у них, как они сказать, попсовые гели для душа. Здесь Bali Paradise. Ну, запахи у них всегда прикольную, но все-таки хотелось то. Ну ладно. Так, приходим к интересному. Так. Ага. CC крем попробовать решила. Почитала отзывы. Они очень такие противоречивые были. На сайте Арифлейм, кстати, там удобно. Отзывы можно читать и выбирать. Надо тебе это или не надо. Я выбрала цвет светлый. Наносила один раз, пока тоже такое впечатление неоднозначное, сказать точно не могу. Попробую еще раз и потом сниму отдельно. Но в целом продукт приятный. Что у нас там еще? Пакетики. Достану это вместе. Да, это из серии Giordani Gold Bronzing Pearls. На самом деле, вот там какая-то такая путаница, что ли, была, я не знаю. У них были три варианта вот таких вот румяшек. А на сайте отзыв в основном только вот именно бронзеры, да, и заказ был. И, как мне помнится, я заказывала там, чтобы было больше светленьких вот этих вот шариков. Но здесь пришло в основном именно для как бронзера такие коричневые. Это я все потом сниму, покажу. Они в такой упаковочке идут. Я брала пока что их пока-пока. Ну, пробовала, наносила, пробовала. Первое впечатление понравилось. И в комплекте шла вот такая вот кисточка. Тадымс, давай. Одной рукой очень удобно все это снимать. Ладно, не буду сейчас за это затягиваться, потом все отдельно сниму. И осталось у меня всего лишь тут. Пусто, что ли? На самом деле так мало. Вот такие вот румяшки заказала из серии Very Me. Они мне в каталоге показались немножко побольше, но они такие малюсенькие. Это у меня коралловый оттенок. Черри мальчик. В общем, в ремиках все-таки я пришла еще раз к мнению, что все-таки это более молодежная серия. То есть именно, так скажем, даже девчачья для подростков. Ну, пока я сделала первый сводчик, ничего так понравилось. Посмотрю, как на щечках будет. И вот такая вот помадка Giordani Gold. Очень мне понравилось сам тюбик. Классная вообще такая именно дорогой помады, кажется, да? Вот он. Такая тяжеленькая. И вот такой вот оттенок. Та-дымс. Про нее тоже расскажу подробно. Первое впечатление, она мне очень понравилась. Как она покажет себя потом, посмотрим. Она такая, кстати, жирненькая, как раз для зимы. В общем, вот такие у меня были
покупочки. Не пришли мне только кремовые тени. Не знаю, почему то ли их не было, то ли что, почему-то ничего не объяснили. Ну да ладно. Я поняла, что я еще не показала. Еще один крем оливковый. Но когда я буду снимать обзор про каждое средство, я их обязательно объединю вот с этим кремом и расскажу. Крем, который там чисто из оливок, как там написано, мне тоже очень понравился. Но это все только первое впечатление. Посмотрим, как они покажут себя в действии. Ну все, спасибо большое за внимание. С вами была Ирина. Подписывайтесь на мой канал. Всем-всем хорошего настроения и пока!